Доброе утро. 23 июня. Жаркий день. Уже 32. Хотя еще утро. Кормим голубей в тенечке. Сидим в парке на скамеечке. Все ищут тенечек. Грачу, залез. Корму пою. Всем жарко. Люди выходят утром и вечером. Тяжело тем, кто работает, конечно. Им все равно нужно на работу. Давай, 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 гоняй, гоняй, гоняй его, гоняй. А голуби тоже. Гоняй его, пока не исправится. Вот, им тоже тяжело, хочется и покушать. Особенно есть такие драчуны, которых нужно выгонять. Драчун. Детям все равно хочется играть. Хотя очень жарко, но все равно они... Все равно им хочется побегать. Правильно, Ева. Пока есть свободные скамейки, а вечером еще больше народу. Когда жара спадает, все выходят из скамеечек, даже нет свободных вечером. Все занято. Хорошо, что есть вот эти вот парки у нас, где можно спастись от этой жары. А если человек все это погубит, разрушит, то и некуда будет пойти. Будет все как пустыня. Ни одного облачка. Всего доброго!